Не знаю, кстати, прилетит ли вам за белые шнурки на нейтивах. Вот, например, когда на мартинсах носишь или на гриндерсах, говорят, могут спросить что-то. Не знаю, что спрашивают, но неважно. Привет, друзья! Вновь на канале Squad Board Shop Дмитрий Егоров. И сегодня мы опять не будем рассказывать про коллаборации. Но сегодня мы поговорим про один отличный обувной бренд, который делает, как они сами себя называют, классику будущего. Да-да, друзья, именно так. Ни больше, ни меньше. Классику будущего. Не переключайте ваши YouTube-каналы, потому что сегодня мы будем говорить про ботинки Native Fit Simmons. Супер, да? Вот только выучил Squad Board Shop, теперь еще и Fitzsimmons надо было учить где-то 2 недели. Но я выучил, я справился. Справитесь и вы. А мы начнем говорить про эти ботиночки с такого небольшого анбоксинга. Вообще, Native компания из Калифорнии, и Калифорния вам известна, с одной стороны, я думаю, всяким таким, но если мы не говорим про всякие West Side Rap, гангстеров, там, то это такой расслабленный немножко штат. Очень такой легкий, любимые хиппи, там Сан-Франциско находится, где хиппи этих вообще камнем кинешь, и там 20 этих хиппи зашибешь. Друзья рассказывали, сам не был. Вот. Но помимо этого, там есть и горнолыжные курорты, помимо этого, там и Vans как бренд начался. И там еще началась компания Native. Как я уже говорил, в Калифорнии любят все такое инновационное, будущее. И, естественно, вопросами защиты природы, вопросами такого хорошего отношения к природе, они озаботились очень-очень давно. И, озаботившись, решили, что надо бы нам делать обувь, которая не просто, знаете, такая типа, при создании этой обуви не убили ни одного там бычка или еще что-то. А реально, чтобы это была не просто обувь, вот никого не убили, но и чтобы она еще была удобная, чтобы она еще была качественная, и чтобы она еще и была и стильная. И думали они, думали, и появились так один из их классических силуэтов – Fitzsimmons. Fitzsimmons, мы научились его произносить. Начнем с упаковки. Упаковка тоже вся такая Love, Peace and Happiness, яркая, вернее, не яркая, такая вот видно, что она прям такая Keep it light, пусть это все будет легким. Очень мне понравилась надпись Beast Free Since 2009. То есть с 2009 года не используются никакие животные компоненты. Открываем и видим здесь уже надпись Hello Human. Нас любят. Небольшая такая инструкция, сделанная в виде маленького постера, который, если вот так вот разложить и увидеть, что дизайнер, скорее всего, был пьян или под веществами, когда писал, потому что на ровные буквы это не написано. Но если немножечко все-таки напрячься, то можно прочитать, что это Future Classics, то есть классика будущего. Также легкие такие правила, как ухаживать за этими ботинками и несколько еще фактов про их создание. Опять же написано, что это ботинки с 2009 года произносятся, что это будущая классика, что они очень легкие, что никого здесь не убили, когда они делали, что эти ботинки как раз такие, чтобы их носить и не загрязнять природу. В принципе, мне кажется, это достаточно очень такая важный момент, и про это я еще в конце немножко поговорю. Но непосредственно к самим ботиночкам. Открываем их. Та-та-та-та-там, та-та-там, та-та-там-там. Ага. Вот эти вот Fitzsimmons. Знаете, я для себя вот увидел, что в последнее время стали популярными и стильными, скажем так, неконвенциональные, это вот мое одно из новых любимых слов, такие сюжеты в обуви. То есть, ну, по сути дела, вот представьте, какие обычно люди делают обувь. И теперь увидите вот эти вот ботинки. Они реально очень сильно отличаются. Но, с одной стороны, когда первый вот такой шок пройдет, и ты такой, что это? Ты начинаешь думать, смотреть на них и понимаешь, что они для зимних ботинок безумно легкие. Я могу легко их удерживать одним пальцем руки. Ну, вернее, одним, конечно, не могу, я не баскетболист, фристайлер, но двумя могу, пожалуйста, вот. Ага. Вот. Когда смотришь на них, понимаешь, что чистить их сплошное наслаждение. Влажной тряпочкой протер, и все. Видишь, что по тому, как они сделаны, они, судя по всему, непромокаемые. Здесь у нас есть и теплая такая флисовая внутренняя часть, носочек, и вот такая вот интересная в виде, в виде галошки, можно так, наверное, назвать, из искусственного материала. Внешняя часть, которая непромокаемая,
и очень легкая подошва. И понимаешь, что это действительно что-то очень интересное, что это очень стильное. Ну, рассмотрим теперь уже и остальные детальки, которые здесь есть. У нас идут две пары шнурков. Одни белого цвета, другие черного, в зависимости от того, грустный вы сегодня или веселый. Вот, можно их выбирать, можно носить там на одном белый, на другом черном. Не знаю, кстати, ведь прилетит ли вам за белые шнурки на нейтивах. Вот, например, когда на мартинсах носишь или на гриндерсах, говорят, могут спросить что-то, не знаю, что спрашивают, но неважно. Вот, надпись нейтив небольшая, сзади вот такая вот. Шлейка. В общем, очень легкие и достаточно удобные ботинки для зимы. По информации о тех людях, которые их носили, сразу хочется сказать, что они правда удобные, они правда теплые, они правда подходят для зимы, плюс вот этот материал, он дышит, поэтому если вдруг ударила плюсовая температура, как сейчас у нас середина декабря, а снега нету вообще днем с огнем, в них все равно можно ходить как раз вот по этой слякоти. Представлены у нас здесь два цвета, вторая, ну, коробка тоже самая, рассказывать не буду. Вот эти немножко поярче кроссовки, тоже у нас с двумя парами шнурков. Но если здесь у нас были черные и белые, здесь у нас не такое радикальное различие, да? Какие-то темно-синие и светло-синие, такие же вещи. В общем, действительно, очень интересная концепция, поэтому, если вам близка идея защиты природы, защиты прав животных, обратите внимание на эту зимнюю обувь. То есть она не просто, как бы, мы никого там не убиваем, она действительно обеспечивает еще и достаточный комфорт, она обеспечивает еще и достаточное тепло для ваших ног. Fitzsimmons, очень хорошая обувь, доброта победит.